Мишинскую является для меня фундаментальной. Да, я учу студентов быть активистом. Мое постоянное... Здравствуйте, меня зовут Самир, и я преподаватель в английской школе Intonation. В 2016 году я закончил американский университет КИМЭП, факультет международной экономики. Во время учебы в университете я основал клуб, где помогал студентам в написании академического эссе. Это послужило началом моего пристрастия к преподаванию английского языка и моей дальнейшей карьере в Intonation. Intonation School является для меня фундаментальной платформой для реализации моих профессиональных целей. Я получаю огромное удовольствие, делясь своим накопленным опытом со студентами Intonation и радуюсь их успеху. То, что я всегда говорю студентам, вы должны учиться, как правильно учиться. Мотивирую студентов работать с интернетом, искать какую-то информацию, ну, конечно, там, по нашей теме, там, по нашей программе, то, что мы проходим. Вашим ученикам, студентам, просто повезло с вами, если я вам честно говорю. Это очень круто, на самом деле. Подготавливать их уже не только к английскому, да, а давать еще какие-то additional навыки, да, для дальнейшей учебы. Как сказал великий немецкий писатель Йоганн Гёте, знание языков – это множество ключей от одного замка. Поэтому приходите и изучайте английский язык прямо сейчас.